популярный рэпер Давид Манукян признался, совместная жизнь с Бузовой обходится ему очень недешево. Так, например, за один поход в ресторан пара может спустить как 20, так и 80 тысяч рублей. Однако это не заботит певца, ведь он искренне любит вторую половину. Она такой же человек, как и я. Я на свой продакшн трачу большие деньги на рекламу. И столько же трачу на Олю. Ровно столько же, не меньше, отметил Дава в интервью. Кроме того, 26-летний музыкант рассказал, что ненавидит, когда окружающие принимают его за альфонса. Манукян уверяет, он никогда бы не жил на деньги возлюбленной. По его словам, настоящий мужчина должен оплачивать и свои, и чужие потребности. По-другому и быть не может. Во-первых, не могу себе позволить. Мне вообще все равно. Я могу доширак достать и тащить его. Но просто я понимаю, что Оля – это Оля. Я понимаю, что у нее есть уровень, и я не могу ее водить в какие-то обычные места. Я стараюсь всегда поддерживать уровень, подытожил Давид. А еще он рассказал, что Ольга Бузова – его первая большая любовь.